Друзья, всем здрасте, забор покрасьте. С вами, как всегда, бамбуковый мишка-капанда. Добро пожаловать ко мне в гости. Roblox Anime Fighting Simulator. Так, ребята, здесь, как вы знаете, вышло большое, грандиозное обновление. Куча всего просто надобавляли. Мы сейчас уже с ребятами тут начали нормально прокачиваться. А, смотрите, у меня уже 309 квинтиллионов. Очуметь. А это значит, что правильно, мы сейчас с вами будем менять класс, ребята. Мы сейчас возьмем, по-моему, Хокаги. Я стану настоящим Хокаги. А также покажу вам секретку. Мы тут с ребятами кое-что нарыли. Спасибо всем там, кто мне помогает. Столько всяких приколюшек мне подписчики тоже показывают. Покажу секретную комнату и как туда попасть. Попробуем туда проникнуть, ребята, потому что я еще пока на своем аккаунте не проверял. Так, ну что, усаживайтесь поудобнее, ребята. Если вдруг кто-то не подписан на канал, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик, ну и поставьте царский бамбуковый лайкос, потому что попадос, чтобы не пропускать все мои видосики, конечно же, и стримы. Ну что, ребята, рыба-курась, игра началась. Погнали, будем смотреть, ребята. Во-первых, Хокаги, смотрите, смотрите, по-моему, я сейчас стану Хокаги. Здравствуйте, молодой человек, мы из компании Oriflame. Так, смотрите, очуметь, ребята, Хокаги. Требуется всего по сотку. Так, а сколько там денег требуется? 540 лямчиков, у меня там есть вроде бы денежка. Денежка, ребята, есть. О, так у меня 5 миллиардов. Обалдеть, ребята, неужели я так долго? Я вот не знаю, я предыдущий класс менял, наверное, месяца 3 назад. Так медленно стало здесь качаться, это просто жесть. Ладно, жмякаем, ребята. Лайк поставили. Надеюсь, что поставили. Спасибо, ребят. Бум! Все, я стал Хокаги, ребята. Хокаги. И следующее, это что у нас? Куашин. А, чумешечки. А, то же самое, только еще плюс нолик требуется. Было 100 коинок, а теперь требуется, ребята, 1000 коинок. А чуметь. Зато вон у меня где сверху, где? О, написано Хокаги. Я теперь даже не хочу менять, ребята. Смотри, сверху Хокаги у нас. А чумешечки. Обалдеть, красавчик. Да вообще просто супер красавчик. Так, дальше я что еще хотел показать. Новенький, где у нас тут госпиталь? За госпиталем тут говорили что-то еще. А, вот здесь, ребята, я, смотрите, я, наверное, в ближайшем будущем, ребята, хочу... Так, нет, это чакра. А что тут говорили? Где-то за госпиталем. Хоспиталь, 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 хоспиталь. Тут у нас все старенько, да? Здесь у нас квирки. Так, это я все тестировал, ребята. Да, это я все тестировал. Короче, где-то у нас тут челик. Погодите, погодите. Нет, по-моему, не здесь. Так, здесь у нас нет. Погодите, где-то он там сидел наверху-то у нас. Или вот здесь сидел кто-то. Погодите, ребята, дайте сообразить. А, нет, вот с этой стороны. Да, вот с этой стороны. Смотрите, здесь у нас появился... Ну, это я, наверное, потом отдельно сниму видосик. Moon Style, надо будет его попробовать. В стиле луны. А также вот здесь всякие квестики можно выполнять, да? Смотрите, давайте, кстати, может, возьмем. А, напишите в комментариях, откуда эта отсылка. Ну, думаю, эту клетчатую все узнали. А, рубашку, да? А, ты не из моего клана. Окей. Короче, надо присоединиться к его клану сначала, ребята. Ладно, это надо будет квесты выполнять, ребята. И это я потом в отдельном видосике вам все засниму. Так, ладно, погнали. Короче, покажу вам секретную комнату, которую мы здесь надыбали. Короче, смотрите, вот сюда вот пролетаем. Вот сюда вот пролетаем. Вот сюда вот пролетаем. И вот сюда вот разворачиваемся. И что мы видим, ребята? У нас тут есть какая-то дверь. И как туда попасть? Она закрыта, ребята. Здесь нужно выполнить определенные квесты. Blinds, Auros, Fate, Time of Thousand Echoes. Обалдешки. 4, 5, 9. Очень интересно, ребята. Так, погодите, туда как-то можно было заглянуть. Мы, конечно же, сейчас будем пробовать, ребята, туда попадать. С помощью каких-то скиллов туда можно вот так вот будет пролететь. То есть мы сейчас... О-о-о, смотрите, башка у меня залезла. Так, дайте показать, дайте показать. Блин, практически получилось, ребята. Я сейчас, конечно же... Попробую тут как-то прожмякаю все это дело. Блин, а где у меня звуки-то? Звуки у меня есть? Да, звуки есть, только что-то как-то тихенько у меня, да? Давай, медведь, пролазь! Я не хочу квест выполнять. Я хочу туда быстренько, читерски, вот так вот как-то проскочить. О, теперь громко стало. Да, теперь стало громко. Теперь слышу. Теперь слышу. Вот так вот, ребята, нужно туда... Давай, медведь, пролетай. Мы сейчас туда как-то читерски, ребят, пролетим. Погодите, сейчас попробуем. Давай, моя хорошая. Давай. Так, что-то пошло не по плану, ребят. Я маленько застрял. Нет, все пучком. Все пучком. Давай. Сейчас я все скиллы прокастую. 2000 years later.
Ух, очуметь! С помощью каких-то скиллов, ребята, я все-таки проник туда. Ну, капец, времени у меня прошло, наверное, минут 10. Тыркал, 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 ребят. Я сюда пролезу, обалдежечки, ребят. Смотрим, что тут у нас. Вау, у нас тут часики. Здрасте. Так, офигеть. Смотрите, как прикольно тут все выглядит. Обалдежечки. И челик у нас тут. Это, наверное, все квесты, ребята. Финрел. Так, это откуда у нас? Я примерно понял, с какого-то анимехи, ребята. Напишите в комментарии, второй челик откуда, ребят. Ну, я уже догадался. Финрел, what you did, что ты тут делаешь? Прости, но ты это, you have другие to first. Короче, тебе нужно какие-то другие вещи, ребята. Он, ну, это, видимо, с квестами что-то, да? Что ты здесь делаешь, обалдешечки? Да вот, как-то я проник. Так, а здесь нет никакого магазинчика, какой-нибудь секретика, ребята, обалдешечки. Так, я могу здесь что-нибудь потыкать? Смотрите, здесь написано у нас Dimension Hit. Head, да, ребят, я могу? Так, погодите, мне надо на нее навестись, да. Смотрите, три вопросика. Why do you track attack on the... почему ты пытаешься поговорить с объектом? Ты знаешь, что это не NPC, правильно? RobX... Софт. RobXsoft. Может быть, это код какой-то, ребята? RobXsoft. Без понятия. Обалдешки. Да, ну, наконец-то я сюда проник. RobXsoft. Enter. А тут еще был какой-то минус. Может быть, вот так вот. Тоже. Нет, это не код, ребята. Не знаю. Кто уже разобрался? Что такое-то? RobXsoft. Надо будет, конечно, погуглить. Я, ребят, потом, когда разберусь, вам все это дело, конечно же, доведу. Блин, ну ништяк. Тут мне нравится, как выглядит. Ну, что-то все с часами, понятное дело, у нас с хрометражом, ребята. Здесь все связано, да? Но комнатка прикольненькая, да? Наконец-то я сюда все-таки попал. Тыркался, тыркался, тыркался. Ну, я вангую, что там надо было квест какой-то сделать. Блин, может как-то ребятам открыть с этой стороны, да, чтобы это могли зайти. Все, ребята, вот такая вот штука, друг. В скором времени ждите. Еще будут, конечно же, видосики по аниме Fighting Simulator. Блин, ну клево выглядит комнатка. Респект, да, разработчику. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем жму лапу, берегите себя и своих близких. Ну, а с вами был Бамбуковый Мишка Капанда. Всем удачи, всем... Пока-пока. I love-